Че, ребятули, всем привет! С вами сегодня Фишерман Хонтер, который пришел проверять свои постовушки на Налима, в итоге поймал вот такую вот щучину, друзья. Вот. Ставим вот такой лайк. Спасибо тебе, родная, за то, что ты сегодня с нами участвуешь в видеоролике. Вот. Ну и во-вторых, друзья, хочу вам представить вот такого вот татарина. Вот татарин. У нас их называют татары. Ладно, друзья, сейчас. Короче, стой, дружок. Посмотрим. Ой. Ну ему, как говорится, надо по голове чем-то дать. Сейчас щукой дадим, чтобы он оглох. Вот. Оглушили. Сейчас он, короче, голову свою, ротик нам откроет. А, все, короче. Крючок у него остался, ребята. Постовушку, короче, оставляем здесь. Вот здесь вот поставим. Надо будет поводок, короче. Ну вот такой вот, ребятки, Налим. Вот. Вот. Таких на Печоре не ловят, как говорится. Человечек у нас есть там, знакомый с Ютуба, его зовут, короче, сейчас скажу. Ой-о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 й, Рыбакоме. Смотрите, друзья, вот длина Налима. Короче, вот от сапога, да, оглохнет. Ну вот, короче, вот такая вот длина. И по сравнению со щукой, если сравнить это дело, это все вот так вот выглядит, ребята. Вот. Такие вот красавчики. Ой, лежат. Налим всяко больше 2 килограмм. С буром сравниваем, ребятки. Вот 150-й бур. Вот, как раз по вот это вот крепление. Ну все, друзья, ставим вот такенный лайкос. Вот. Сейчас я, короче, делаю одну вот такую штучку. Ну как штучку? Штучка не штучка, но все-таки штучка. Сегодня я не захотел ни ящик, ничего не брать с собой, короче. Получается, из-за чего? Ну из-за того, что что мне его таскать? Сегодня я взял вот такой шнур. Специально я знал, что у меня рыба попадется, друзья. Возможно, конечно же. И вот, я взял сегодня вот такой шнур. И что мы этим шнуром сейчас делаем? А сейчас мы этот шнур, короче, продеваем вот так в жабры. Допустим, вот палочку берем, продеваем в жабры, в рот, и получается у нас куканчик. Ребятки, кукан получается у нас. Хороший кукан. И все это пойманное, друзья, мы можем тащить с собой сзади волоком. Ай-яй-яй-яй. Слабые палки, короче. Не подготовлен я, палку надо. Хорошую палочку. Сейчас принесу, ребят, а вы сейчас посмотрите. А вы пока, друзья, посмотрите. Ну, вот такую вот палку берешь. Вот так, взял. Взял, да, палочку. Кстати, рыбалка у нас проходит в Омской области, друзья. Вот. Взял палочку. Засовываешь ему через жабры. Вот так аккуратно, блин, может он еще живой будет. Хотя он не выживет. Он замерзнет, друзья. Я хотел сыну его в ванну посадить. А можно и через рот ему вот так просунуть все дело. Так. В глотку пошло. Подожди. Налиман. А Налиман. О. Одного накуканили. Сейчас, друзья, щучку накуканим и пойдем чаю пить быстрее домой. Да ё-моё, зубы эти не дают нормально засунуть ей кукана, куканчика. Пальцы у меня обалдеть как замерзли на руках, друзья, если бы вы только знали. Вот, все, просунули веревку вот таким вот макарчиком. Вот. Вот, все. Вот, веревка у нас висит. Батарейка отдыхает. Сейчас мы их привязываем и волоком потащим. Ребятули. Просто так. Не нести вес, а потянем как саночки. Будет гораздо легче, круче, эффективнее. Ну все. Все, друзья, Фишерман Хунтер представил сегодня рыбалку на Налима, как она есть. Поймали щуку, щука.
вообще нежданный гость. Все, давайте, друзья.